Группа депутатов парламента Казахстана во главе с заместителем председателя Сената Сергеем Громовым с рабочим визитом прибыла в Китай. Сенаторы Казахстана посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанчжоу и специальные экономические зоны с особыми условиями для развития бизнеса. Делегация ознакомилась с работой научного парка высоких технологий. Депутаты Сената встретились с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Пином. Обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, экономической интеграции и инвестиций между двумя странами. Для нас была очень познавательна эта поездка, поскольку Китай, конечно же, сегодня уже, можно сказать, из развивающихся стран переходит практически в разряд развитых. Высокие технологии, IT-технологии. Здесь буквально на каждом шагу, начиная с малышей, которые все это используют, заканчивая буквально с заводами, где работают одни почти роботы. Надо сказать, что товарооборот между КНР и нашей страной растет заметно. Если в прошлом году он составлял 7,9 миллиарда долларов, то только за 9 месяцев этого года он составляет уже 7,3 миллиарда долларов. То это рост. Ну, конечно, есть еще очень большой потенциал для этого роста.